Всем привет! Наверное, многие в курсе, как пандемия COVID-19 повлияла на распространение дистантной формы образования в российской школе. Несмотря на более чем 10 лет истории цифровизации школы, так называемой, школа оказалась к этому практически не готова. А в нашем распоряжении оказалось более 7 тысяч анкет, заполненных директорами школ со всей России в конце 2019 года, как раз накануне этого кризиса, в которых они рассуждают о разных аспектах школьной цифровизации. Нам показалось интересным проанализировать эти данные и узнать, с какими представлениями о цифровизации подошла администрация школ к началу этой турбулентности, связанной с переходом на дистант. В нашем докладе мы расскажем, как мы подступились к поиску ответов на гипотезы исследования с точки зрения анализа данных. В частности, как содержательная аналитика на основе классических инструментов NLP все еще способна помогать искать крутые инсайты в данных и делать интересные выводы. Расскажем, с какими неожиданными трудностями мы столкнулись во время обработки сырого датасета с ответами респондентов на вопросы анкеты, как мы их решали и что в итоге у нас получилось. На нашем примере мы хотим продемонстрировать, как, имея сырые текстовые данные, явно не лишенные недостатков с точки зрения процедуры сбора, можно провести качественное прикладное исследование и оформить его в научную статью. Будем рады видеть всех вас на DataFest. До встречи, друзья!